вами очередной выпуск «Лиц Универсиады», и на этот раз мы расскажем вам о сборной Франции, которая будет представлена на Всемирных студенческих играх 2013 в Казани. На прошлых Олимпийских играх в Лондоне Франция представила 330 спортсменов, которые смогли принести 11 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей. А во время Универсиады 2011 в Шэньчжэне сборная Франции выступила немного хуже, чем на Олимпийских играх, забрав лишь 4 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых медалей. На Универсиаду в Казань от сборной Франции приедут победители прошлых лет. Обладательница золотой медали на Универсиаде 2011 Лоран Рэмби, фехтовальщица, французский специалист мяча. Также французскую сборную будут представлять одни из лучших дзюдоистов мира, например, Элен Рекево, которая завоевала бронзу на прошлой Универсиаде 2011. Судя по медальному зачету прошлых Олимпийских игр в Лондоне, можно рассчитывать на французских пловцов, которые любят забирать золотые медали. Возможно, золотой триумф повторится на Универсиаде 2013. Билеты на соревнования Универсиады уже в продаже. Ты можешь посетить любой из 27 видов спорта. Плавание, дзюдо, легкую атлетику, фехтование, бокс, спортивную и художественную гимнастику, синхронное плавание, прыжки в воду и не только. Ты можешь стать участником грандиозного международного спортивного события. Билеты от 30 до 300 рублей. В кассах города и на сайте kassir.ru.